Традиционная камера у нас центральная, вот эта. Готовы? Готов. Будем начинать. Добрый день. Сегодня у нас очень интересная и сложная тема. Уверен, что вы хорошо знаете 1223 год, дату первого столкновения русских князей с монгольским войском на реке Калка. Уверен в том, что вы хорошо знаете даты Батыева нашествия на русские земли 1237-1240 год. Вы знаете о формировании в Поволжье такого государственного образования, которое и получило название Орда, а в русских источниках называлась Золотая Орда. И вслед за этим было очень долгие десятилетия, которых набралось в общей сложности 24 с лишним десятилетия, когда русские княжества северо-восточной Руси, то, что называлось тогда Великим княжеством Владимирским, потом Великим княжеством Владимирским и Московским, оказались в зависимости от Орды. Что такое зависимость? Зависимость выражалась экономически, зависимость выражалась политически, а именно в том, что именно ордынские ханы определяли наследование, определяли то, кто именно будет править в северо-восточных землях, то есть решали вопрос власти, и при этом получали довольно неплохую ренту экономическую с русских земель. Историки спорят до сих пор о размерах ордынской дани, насколько она была велика. Могу вам сразу сказать, это было очень ощутимо. У нас слишком мало источников для того, чтобы высчитать точную корреляцию к современному, не знаю, курсу рубля, точную корреляцию того, что означал и что стоил рубль 13 или 14 века. Но некоторые представления, конечно, есть. Мы, например, понимаем по источникам 14-15 веков, что общий выход с 8 или 10 княжеств, общий выход, а дань так и называлась в русских летописях, выход, составлял порядка 15-18 тысяч рублей серебром. Это очень существенная сумма. Это приблизительно там четверть волового продукта, который вырабатывали эти 8-10 удельных княжеств в северо-восточной Руси. То есть это очень значительное экономическое бремя. Ну, в частности, осталась такая интересная летописная запись, когда после похода Тахтамыша в 1382 году была сожжена Москва, погибло много культурных ценностей. После этого летописец записал: была дань тяжкая на всех, с каждой деревни по полтине. С каждой деревни по полтине. Тут надо очень хорошо понимать, что такое деревня в XIV веке. Деревни были очень разные. Деревня – это поселение без церкви, как мы понимаем. То уже те деревни, которые
имели приходскую церковь, уже назывались селами. И деревни были в 3 двора, в 2 двора, в 5 дворов. И что такое полтина? По актам 15-16 веков мы понимаем, что на эту полтину можно было купить порядка 3 центнеров какого-то зерна, гречки там, допустим. 3 центнера. Сейчас я об этом говорю для того, чтобы все правильно понимали. Когда говорят о том, что у Орды и Руси был такой своего рода симбиоз, обмен, не знаю, какими-то экономическими и культурными ценностями, кросс-культурные связи, то надо правильно понимать, они, может быть, и были. И, естественно, какой-то обмен культурно-коммуникативный происходил. Он неизбежен между соседями. Но надо все очень четко и правильно понимать. Отношения Руси и Орды строились как отношения подчинения. Есть как минимум 2 ряда обстоятельств, которые надо учитывать и понимать, когда мы говорим об истории Руси и Орды. Вы уже обратили внимание, я намеренно говорю все время Орда, Орда, Орда. Да? Ордынское владычество, ордынское нашествие. Я так говорю специально, по-современному. Почему? Потому что в освещении вот этих событий в свое время было произведено несколько перегибов. На заре 20 века всячески педалировалась история о монголо-татарском иге на Руси, о том, как Русь защитила Западную Европу от дикого варварского нашествия монголо-татар и монголо-татарском иге. Но сам термин неудачный, монголо-татары, это поскольку чисто этнографически татары являлись одним из монгольских племен, а их много, то, конечно, получается, что это масло масляное своего рода. И даже с научной точки зрения это не совсем точная получилась история. Но самое главное, что это негативным образом сказывается на, так скажем, национальном таком единстве нашей страны сегодня, потому что у нас один из самых крупных народов, населяющих нашу страну, являются татары. Они точно так же бок о бок с русскими, белорусами, украинцами и еще сотней других народов строили нашу государственность, проходили все очень сложные перипетии ее истории. И вдруг получается, что это такой, видите, в Средневековье получается, что татары – это главный бич, можно сказать, русской земли, да, враг русской государственности. Значит, злой татарин, вот таким вот образом былинный такой злой татарин веет над русской историей. Вот здесь очень важно, так скажем, знать несколько тонкостей. Да, в летописях, в русских летописях все время во всех взаимоотношениях Руси и Орды фигурирует термин «татары», иногда «поганые». «Поганые» — это, кстати, тоже ничего такого ругательного. «Поганые» — значит «некрещенные». Какую уж они там веры летописец или сочинитель не задумывался, главное, что он не православный, то есть поганые. Вот. И безбожные еще их иногда называли, безбожные татарови нашли на нашу землю. Этот термин в летописи, кстати, не только в русские, но и в западные европейские хронографы, он вошел применительно к монгольским завоевателям вот именно в таком виде – татары. Прижилось и использовалось, чтобы уже ни с кем не путать. А этногенез наших российских татар, он сложен. В принципе, с самого момента зарождения государства
и российская, и Орда, они были многоэтничными. Обратим внимание на один важный момент, что когда все поняли, так скажем, ну, сложность и неудобность вот этой, понимаете, вбивающей как кувалдой вот это вот определение монголо-татарское и иго, общество и даже историческая наука повернулась в обратную крайность. На первый план вышло культурное своеобразие Золотой Орды. Те, значит, замечательные культурные, дворцовые, даже парковые и прочие цивилизационные такие достижения, которые были достигнуты, значит, Золотой Ордой. И получалась такая картина, что это, значит, некое такое ангельское было, чуть ли не райское такое государство с просвещенными монархами, с такой своеобразной своей, конечно, имеющей истоки в кочевой культуре, устройством, бытом, укладом, и которая оказывала исключительно позитивное влияние на все окружающие земли. Но это было не так. Мы точно знаем, что Батыево нашествие, военная операция с крайне тяжелыми и плачевными последствиями для русских княжеств. Ну, летописи. Хорошо, нам скажут, что летописи придумали люди, они там присочинили. Хорошо, но ведь есть же археология. Что нам показывает археология? Археология нам показывает совершенно жуткую, конечно, картину. Она гораздо даже, может быть, даже хуже, чем то, что описано в летописях. Ну, хотя в летописях тоже достаточно эмоционально описаны все эти истории. Она показывает нам то, что большинство городищ северо-восточной Руси, ну, нам их сегодня известно почти 1500. Это не всегда большие такие средневековые города. Городищами назывались селения, которые имели город, огорожены, были огорожены. То есть это не деревни, где 3-5 дворов стояли вообще ничем не защищенные. Вот. И вот из таких городищ, собственно, почти все они, слой 13 века заканчивается пепелищем, слоем угля жженного. А после него иногда уже это городище не восстанавливалось. То есть это, вы знаете, это потрясающие такие моменты. Велись большие археологические изыскания на территории бывшего Ярославского Кремля, вокруг собора, который тогда восстанавливали. И был найден колодец. Археологи нашли просто вот колодец, в котором было единовременно больше десятка костных останков людей. Соответственно, эти костные останки были со следами колото-рубленных ран, и они были просто заброшены в этот колодец. Все анализы показывают, что это захоронение относится к первой половине XIII века. То есть это как раз период Батыева нашествия, либо сразу после него. Да, шла очень жестокая, кровавая борьба. Не на жизнь, а на смерть. В ней русские княжества проиграли. Они тогда оказались не готовы к тому способу ведения войны, который предложила монгольская тактика, определенная особенность кочевого общества, большие массы, конные, против небольших достаточно дружин княжеских. Но еще очень важное такое, знаете, очень трагическое последствие вот этого ордынского владычества. Все-таки Василий Осипович Ключевский, наш великий историк, неоднократно подчеркивал определенную особенность Руси. Русь лесная, Русь деревянная, и каменные строения, значит, какое-то количество их было в Киевской Руси, а
Дальше уже только с 14-15 века мы видим массовое появление каменных храмов, каменных крепостей, та же Москва. А до этого она была деревянная. И, конечно, пожары той страшной эпохи уничтожили грандиозное культурное наследие русского Средневековья. И я должен отметить, то, конечно, те крупицы икон, иконопись, фрески, книжное наследие, которое дошло до нас от, до монгольской эпохи и монгольской эпохи, это буквально фрагменты, понимаете, такие пазлы большой, яркой, красочной мозаики, которая существовала в реальности. Пробегая вот этот вот совсем краткий обзор очень долгой, сложной, кровавой истории золотоордынского владычества на Руси, конечно, мы вспомним 1380 год, Куликовскую битву. Это очень важная веха, потому что Куликовская битва знаменовала собой достаточно длительный период, буквально почти восьмилетний период, когда Дмитрий Иванович, московский князь, которого прозвали Донским, он вошел в историю под именем Донского, попытался явочным порядком освободиться от ордынского владычества, ну, просто воспользовавшись неурядицами в Орде. А они уже к концу XIV века, конечно, начались. И эти попытки, на первый взгляд, сначала дали результат. Во-первых, он перестал платить дань в Орду. Во-вторых, удалось одержать первые победы над теми отрядами ордынскими, которые были посланы на русские земли. Была одержана совершенно грандиозная по тем временам победа на Куликовом поле, на Дону, у реки Непрядва, над, так скажем, основным войском ордынским. Сын Дмитрия Ивановича, Василий, при нем уже такой период невыплат в Орду был уже 12 лет. Это продолжилось дальше. И в конце концов закончилось тем, что в эпоху Ивана III, Ивана Васильевича, внука Дмитрия Донского, выплаты в Орду сначала также явочным порядком прекратились, и потом, когда хан Ахмат пришел в ныне Калужские земли на реку Угру, значит, с тем, чтобы восстановить, так скажем, ордынские порядки на Руси. У него это не получилось. Достаточно длительное в течение нескольких месяцев противостояние закончилось тем, что войска Ахмата развернулись, не дождавшись обещанной помощи от литовского князя. Развернулись, ушли, и с этого момента, с 1480 года, российское государство, тогда как раз стал появляться термин «Россия», еще не во всей официальной документации, но начал проскакивать этот термин в исторических источниках. А Иван III сам стал называться «Государь всея Руси». И в документах стала появляться такая подпись «самодержец», что означало в конце 15 века вот этот «самодержец». Вообще, само по себе слово, его происхождение очень интересно, потому что это калька с греческого «автократер». «Автократер» — это тот правитель, который сам правит. То есть, если мы переведем в современные политологические термины, то речь идет о суверенитете. Он сам правит, не потому что его назначили где-то в Сарайберке или в каком-то другом, значит, центре управления Ордой, да, и он не обязан платить дань, выход
в ежегодных размерах, зафиксированных в специальных там реестрах. Мой призыв ко всем, кто в эту тему углубляется, немножко так к этому отнестись, с одной стороны, с пониманием, а с другой стороны, проще, не модернизируя ту далекую средневековую действительность, потому что мы ее историю 13, 14, 15 веков очень часто воспринимаем с точки зрения сегодняшнего дня. Сегодняшнего дня, когда есть огромные государства, нации, а это все-таки средние века, совсем другой менталитет. Понимаете, вера объединяла больше, нежели вот эти территориальные образования, да, границы епархии и метрополии – это гораздо более точная локация для сообщества, которое скорее будет называть друг друга «мы», «наши», в противовес неким чужим. И вот на это надо очень, к этому надо очень чутко относиться. И когда мы говорим о том, что были определенные свои модели поведения в разные ситуации, поэтому во время конфликтной ситуации происходило вот все примерно так, как и произошло между монгольскими завоевателями, будущими ордынцами, да, и Русью. Проиграл в сражении, горе поверженному, получил дань, у тебя забрали в плен воинов, разграбили твои города. Так делали повсеместно. Вот мы сейчас говорим «цивилизованная Европа», но и в Европе так было. Конечно же, необходимо учитывать вот те реалии, которые есть, которые были присущи средневековому миру. И когда мы говорим вот о таких конфликтных взаимоотношениях между народами, государствами, государственными образованиями, союзами в ту эпоху, мы, конечно, должны понимать, что когда нельзя наделять монголов во время этого завоевания теми же оценочными, так скажем, характеристиками, которыми мы наделяем гитлеровскую Германию, допустим, с ее планами Ост по уничтожению и там искоренению целых народов и развалу государств, которые уже относятся к совершенно другой эпохе. Конечно же, надо понимать, что кочевой мир – это особый мир. И люди, воспитанные в парадигме оценки Средневековья как такого взаимодействия между епископами, баронами и крестьянством, то, что было присуще, так скажем, к школьным курсам истории средних веков на примере Европы, конечно же, на первый взгляд могло показаться, что это какие-то дикие орды, которые пришли, чтобы разрушить и разорить культурное наследие и достояние европейской культуры. А это не совсем так. В свое время именно довольно своеобразным образом об этом кричал Лев Николаевич Гумилев. Ну, кричал, я говорю, в кавычках, он писал и написал много книг «Русь и Великая степь», много-много других книг, в которых очень много с исторической точки зрения выдумок. Как раз он стал основоположником другой крайности воспевания Орды и принижения диких неразвитых русских земель, значит, которые не дотягивали до мощной Евразийской империи, которая, по сути, объединила континент и являлась величайшим государственным образованием Средневековья в Евразии. Вот он как раз основоположник этой точки зрения, но
она не вполне научно верифицируется, но главное, что в философском, если хотите, смысле Лев Николаевич, сын двух наших прекрасных поэтов Серебряного века, что он почувствовал точно, и, может быть, никто другой, как он, и не мог так почувствовать это. Это как раз попытка понять, что, в общем-то, действительно существует за пределами шаблонов, существует целый мир. Ну и, конечно же, такие немножко мифологические образы русско-ордынских отношений вошли в литературу. Можно вспомнить Блока, когда наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам путь. Демонизация ордынского влияния в культуре и в политике, в политологии, я бы даже сказал, она тоже очень сильно сказывается. Потому что мы сегодня, вот выйдя за пределы наших аудиторий, классов и так далее, мы откроем, что почти все время идет апелляция, что вот это наследие Орды, это в этом наследие Орды, вот тут деспотизм наследия Орды. Но вы знаете, так да не так. Конечно, совсем без ордынского наследия не могло обойтись. Ну а как могло обойтись, если на протяжении 2,5 веков мы находились в тесном контакте? Вот некоторые говорят, перекос российской политической системы в сторону персонализма и деспотизма – это есть прямое следствие, значит, вот этой ордынской традиции. Потом эта традиция выразилась наиболее полно в царствовании двух великих Иванов, Ивана III и Ивана Васильевича Грозного IV. И уже дальше она была неискоренима и только получала свои обороты, выросла в империю. И даже в советское время вот отголоски этой деспотической модели они давали о себе знать. Но вот такие политологические построения существуют, или так историософские, историко-политологические. Я, вы знаете, с этим не согласен, потому что тоже подчинение русских земель Орде не мешало существованию вот такой специфической, очень интересной модели управления, которая была, допустим, в Новгороде. Она прекратилась, заметьте, без какого бы то ни было вмешательства Орды, да, и это стало таким, значит, результатом соперничества политических моделей и земель уже внутри Руси. Более того, какие-то демократические модели функционировали на севере русских земель достаточно длительный период и во время ордынского владычества, и после него. И очень интересный такой момент. Мало кто обращает внимание на действительно грандиозную историческую значимость для России такого явления, как смута XVII века. Обратите внимание, как происходит организация власти. Премьер-министром второго ополчения можно было назвать князя Дмитрия Михайловича Пожарского, допустим. Что он сделал? Он сам стал, он пришел в Москву. Он пришел в Москву, взял власть. А что сделал бы хан любой орды? Казанской, Астраханской, Крымской, большой, синий, белый, а их было много. Он бы, естественно, сел на трон, отчеканил бы свою монету. Что сделал Дмитрий Михайлович Пожарский? Ну, организовал будущее устройство власти. Да, по самодержавному принципу, потому что этот принцип был понятен, традиционен и православен в своей сермяжной правде. Поэтому ничего не убило, никакого народного самоуправления не убило, не убили эти 2,5 века ордынского владычества. Народная такая
исконная, понимаете, демократия, вот та, которая была присуща именно русским землям, она сохранялась. Да, она, может быть, была не такой, как немножко путь все-таки отличался от того, которым пошла Европа. Но давайте все-таки делать скидку на те географические условия, которые существовали в этих землях, на значит, окружающие, политическое соседство. Эта многофакторность всегда надо принимать во внимание, когда мы анализируем сложные, а главное, длинные исторические процессы. Это такая же тонкость, как то, что надо, конечно же, с уважением относиться к любым убеждениям оппонентов. Вот надеюсь, что с этим знанием вы будете подходить к анализу тех текстов, которые будете читать об истории Руси и Орды, понимая, что это, конечно же, очень сложные процессы, но если в них вникнуть чуть поглубже, попытаться хотя бы мысленно поставить себя, так скажем, на место человека 500-600-летней давности, попробовать, почувствовать, не знаю, пойдя ли в музей, войдя ли в стены какого-то древнего собора, почувствовать себя на месте твоего далекого предка, попытаться проанализировать, как бы ты воспринял то или иное известие. Ну, идет Ахмылова рать. Что делать в такой ситуации? Что будет делать твоя семья? Это позволит чуть лучше понять наше прошлое, и тогда многие сложные вопросы становятся все-таки гораздо проще. Спасибо. Спасибо за внимание. Надеюсь, что мои некоторые рассуждения помогут вам лучше разобраться в этой интереснейшей теме.